Строгино и Торпедо. Находятся они по разные стороны турнирной таблицы. Одна из команд эту таблицу возглавляет, другая замыкает, но в дерби такое обычно забывается и остается лишь желание побеждать. Ну а... Благодарим всех. Не самая длинная история у... Ближайшие из преследователей по этому показателю — это саратовский «Сокол», который борется вовсю сейчас за тройку. У него аж 8 забитых мячей, то есть практически втрое больше, чем у лидера. Вот и первый удар по воротам Вячеслава Григоряна. Довели наконец торпеды все свою атаку. Готовы навязать равную борьбу. Так же, как это, в принципе, было по первому тайму в матче с подмосковным «Зорким». За первые 3 минуты дважды должны были забивать в ворота красногорской команды строгинцы, но не реализовали свои моменты. Затем 2 успели пропустить до перерыва, но после 3-го пропущенного мяча и вовсе игра расклеилась. Иван Сергеев сейчас опасно рвался в атаку, но не пустили его в штрафную площадь. Пришлось играть на партнера. Борьба в штрафной площади, и все-таки выносят строгинцы мяч. На Сеткин не достаточно перспективная атака была загублена, но продолжается она уже вторым темпом. Новак делает передачу в штрафную. На Сеткин добирается до мяча. Нет, Турсунов это был. Упал после этого. Вновь достается мяч Игорю. Барстук может пробить. Хороший выстрел. Почему победу волевую тогда дубль оформил, выступавший на тот момент еще за желто-синих. Иван Сергеев, и вообще Сергеев является лучшим бомбардиром в противостоянии. Не так много игроков торпедов в чужой штрафной площади находится, но тем не менее это позволяет им забить. Открыть счет в сегодняшнем матче. Пошла подача на ближнюю штангу. И там, если мы будем вспоминать игру первого круга, который закончился победой торпед, с счетом 1-0, куда же выбежал сейчас Григорян. Дыхав уже в штрафной. Роспатент не одобрил. Так, отказал фонду в присвоении товарного знака. И то, что будет до конца бороться они за эту самую УПТ, за то, чтобы вернуть исконную эмблему черно-белым. Будем и следить за тем, как будут развиваться события. Ничего создать именно у своих ворот не дают. Может, сейчас что-то получится. Новак приближается к штрафной. Недопоняли друг друга они сейчас с Погореловым. И в недодачу пошел пас. Так что пробежал Михаил мимо этого мяча. И вновь Сергеев у нас на левом фланге сейчас мяч получает. Уже в штрафной прострел. Григорян выходит и получает там, судя по всему, повреждение. Главное, что не по той же самой руке. На сторону, где и стоит оператор. Ну, где, в принципе, под трибуны. Торгинцы сейчас попробуют зацепиться за него на чужой половине поля. Растурсунов налево, там свободная зона. Котов получает мяч. Подача в штрафную. Не доходит мяч до Насеткина. Барсук бьет прям в руку. Посылался в штрафную и мог заскочить в ворота Григоряна, но прошел рядом со штангой. Ух, сейчас принял на бедро практически. Уже какой матч подряд выходит в центр нападения именно Евгений Насеткин. Номинальный полузащитник. Хорошо сейчас разыграли на коротке. Нет. Неразбериха сейчас была перед штрафной площадью, показывает, что попал мяч в руку игроки торпеда, но остается это без внимания арбитра. Уже Барсук, отличный выстрел, и легче с игроками соперника, особенно если это вратарь. Дегтев оказался сейчас слева, пошел в штрафную, туда Сергеев. Ух, здесь Григорян успевает выскочить, сократить угол обстрела и не дать торпедовцы строгинцев. Сергеев штрафной, убирает мяч под себя. Попробовал выкосить в ближний угол. Решил попробовать.
через правый фланг сейчас пробиться. Все-таки в основном через левую бровку до этого торпедовцы атаковали. А в итоге все равно мяч перешел налево. А вот отсюда и пробить можно попробовать над перекладиной. И вновь налево все-таки переводится мяч торпедовцами. Очень активен у них этот фланг по первому тайму. Садыков катит центр, Сергеев стеночку обыгрались, не добрался до мяча. Торпедовцев его там завалил, но, впрочем, лишь угловой. Штрафной мяч там вскакивал достаточно опасно. Новобарсук. Подача, подбор. Погорелов, Устинов катит мяч в штрафную. Турсунов прострел. Нет, там никого из партнеров, там только Циц. Сыграть очень уверенно. Волков, нельзя ж так катить, когда за спиной у партнера есть соперник. Головня подхватил мяч, пошел сам в атаку, несется Головня. Налево. Погорелов, удар. Юг идет в числе лидеров. Вполне готов к тому, чтобы бороться за повышение в классе и переезду на более вместительно, более подходящий для этого. Тот же Погорелов как раз пострадавшего мяча. Подача Михаила. Отскок Котову. А вот удар у Котова уж совсем. Липецкий Металлург очень неожиданно потерпел поражение в Калуге со счетом 2-0. Брянская Динамо в гостях оказалась сильнее Кванта со счетом 1-0. Сейчас не Барсук получает мяч. Дает вперед. Лес там Погорелов. Блокирует его все-таки удар. Еще удар. Вновь Куронов теперь вырезает диагональ на Елисеева. Погорелов против него. Елисеев смещается в центр. Бьет Григорян из ближнего. Ух. Заканчивается ударом через себя. Все желтые карточки торпедосы. Как раз не длинная заявка и накапливающаяся усталость все-таки. Ну и плюс то, что чаще всего к этому моменту торпедовцы в своих матчах уже ведут в счете и, ну, по большей части стоят возле своих ворот. Вновь шанс на контратаку. На Сергеева передачу отдал Миронов и зацепил его. Торпедовцы встали на своей половине поля и как бы и все. Продвинуться особо с 13 минут. Вот сейчас в центр на Барсука. Слева там неплохо начал забегать Котов, но не пошел ему мяч. Буранов. А Буранов ошибается. Нет, не ошибается. Все-таки дошел мяч до Новака, но передача была достаточно странной. Подача. Снова готовы все продолжать матч. Котов выбрасывает его туда в штрафную. Борьба. Осмоловский. Куда схочет мяч. Может быть, Волкову уже надо туда пойти, встать башней. А вот есть шанс. Нет, пробить не дают. На линии Головня. На Барсука. Снова Новак. Фактически всем составом страдается уже на чужой половине поля. Но как-то толку от этого немного.